OneFoot является обязательным элементом для каждого роллера. Но что делать, если ездить на одной ноге не получается? Сначала пробуйте ехать на двух, поставив их в линию. После этого перенесите вес на ведущую ногу, а та, что сзади, пусть едет на переднем колесе. Спина при этом ровная, а руки расставлены в стороны и согнуты в локтях. При этом важно не оставлять в сторону ногу, которая едет сзади. Она должна ехать четко за ведущей. Когда почувствовали, что вес стабильно находится на передней ноге, поднимайте вторую и держите ее рядом. Для изучения ванфута на конусах начнем с подготовки. Упражнение FISH. Наша задача – научиться правильно работать коленями. Ставим конусы на расстоянии примерно 1,5 метра. Немного разгоняемся и ставим ноги параллельно друг другу. Дальше придется работать коленями, совершая коротковременные приседания с резким отталкиванием двумя ногами. Для совершения поворота приседайте и резко отталкивайтесь двумя ногами. Затем снова приседайте и готовьте к следующему повороту. После того, как амплитуда стала стабильной, упражнение можно считать изученным. Попробуйте то же самое, используя лишь одну ногу. Получается? Идем дальше. Пробуйте начинать разгоняться с минимальной скорости, а затем начать движение с места. Для этого становитесь на одну ногу, немного приседайте и совершите отталкивание в сторону, после чего снова приседайте. Работайте как пружина. Выполняя все эти упражнения, вы заметите значительный рост своих навыков, и катание при этом станет более комфортным. Благодарность за информацию Евгению Горостовичу, он же Джигарин.